А сейчас прозвучит песня Клавдии Шульженко, тоже очень давнишняя песня, называется «Записка». Но все советские женщины помнят эту песню «Записка». У себя в шкафу, где Моцарт и Грих, то, что много лет хранила тайна, в темных корешках пожелтевших книг. Вашу записку в несколько строчек, те, что я прочла, тишни, ветку сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей мечты. Наивный мир наивных дней, забытый след, все, что волновать меня могло в 17 лет. Ваша записка в несколько строчек. Где вы, мой милый далекий друг, теперь? Дни сменяют дни, и в этот вечер странно говорить, мне теперь уже ответить нечем. Так зачем к шкафу и в душе хранить вашу записку в несколько строчек, ту, что я прочла в тиши? Ветку сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей любви. Забытых дней, забытый след, все, что могло волновать меня в 17 лет. Ваша записка в несколько строчек. О, я давным-давно не та. Спасибо, Сашенька. Большое спасибо.